Поехали. Мы вас вытащим, все будет хорошо. Да давайте. Раз, два, три. Звонили из газеты и просили дать интервью. Похоже, все, кроме моей жены, считают меня героем. Я видел, как ты входил в горящие здания, чтобы спасти людей, которых ты даже не знаешь, но ты не хочешь помочь своему собственному браку. Мы с Кэтрин были влюблены, когда поженились, но сегодня мы слишком разные. Он считает, что все было в порядке. Настоящий мужчина должен быть героем для своей жены, или он не мужчина вовсе. Я так и вижу, как они все причитают над ней и обнимаются. Милая, все будет хорошо. Ты это переживешь, мы с тобой. Все, что нужно для хорошего брака, немного романтики. А это идет вот отсюда. Тебе легко говорить, ты никогда не был женат. Все кончено, отец. Я больше не хочу. Я хочу, чтобы ты отложил развод на 40 дней. Если ты будешь следовать инструкциям ровно 40 дней, это спасет тебя. Каждый день добавляется новое задание. Послушай меня, не скупись. За последние несколько дней он приготовил мне кофе, купил цветы, а сейчас позвонил спросить, все ли у меня хорошо. Это не работает, пап. Ты не можешь ее любить. Ты должен молить Бога. Научить тебя, как быть хорошим мужем. Тебе надо самому вести за собой свое сердце. Калеб, выходи оттуда, крыша сейчас рухнет. Огнеупорный. Never leave your partner behind.